Всем привет, снимаю второй раз. Нет, не получилось заснять там этот отвал с самого начала. Вон уже бегают эти мелочи все. Так что пишите, кому надо, отправим поездом, самолетом, чем угодно, лишь бы только заберите. Мамашу оставим, а этих заберите. Ладно, видео не о том, а видео будет об отвале. Купил я отвал не с целью обогащения или ожирения нашего колхоза, а с целью то, что надо чистить снег. Да, вот такой отвал. Сейчас подробненько его сниму, покажу. Вчера приехал. Единственное, он ехал 26 дней к нам. Хорошая транспортная компания. Бывший автотрейдинг, Кит, Кирик. Сейчас как кашалот, мушалот, как они называются. В общем, ими ехал 26 дней с Иванова. За него я ничего не платил. И шел он по постоплате. То есть, как он ко мне приехал, я за него посмотрел на него и за него все заплатил деньги. Обошелся он мне с доставкой совсем все дома 66 400. Так что вот такой вот. Брал я его в полной комплектации, то есть по самой полной комплектации. Что это значит? Значит, цилиндр. Ну, у нас еще не полная комплектация. Еще же здесь цилиндра не хватает одного, да? Но это так. Так, это вот на поворот идет почему-то толще цилиндр, а этот потоньше. Значит, почему полная комплектация? Там была, у них можно было поставить раскос просто железный, как бы неповоротный он будет, односторонний. Можно было его просто прямо, видать, два раскоса поставить, да? Чтобы он как бульдозерный был, я так понимаю. Но разницы нет. Взяли с поворотной и отвал. Отвал специально искал такой, потому что все вот эти коммунальные, которые за 40-45 тысяч продают, они, во-первых, металл тоненький, жестянка. Здесь-то вроде как четверка, да? Да, если даже не потолще. И он усилен. Вот эти вот все ребра как бы... Все это нормально. Единственное, Серега говорит, что мобжековский вот здесь еще раскосину одну наваривают, потому что вот эту вот площадку выворачивает. Подворачивает и загибает. И с той стороны вот здесь вот надо его раскосами вот такими вот усилить. Но она еще это усиление поможет. Потому что когда лопата качает, да, да, так, да, чтобы да, развивал. Да. И... да. Чтобы она не... болталось. Никак не там. Швеллер узкий, да, такой, его весь. Туда-сюда болтать будет. Да, он весь разошелся. Ага. Здесь у них сделан такой, как бы упоры, но это как бы детский, я считаю. Да я бы не сказал, что детский нормально упирается. Держит, да? Да, лопата двухсторонняя, то есть можно видеть, да? Низ это у нас. Да, резинки, а сверху стоит вот такой нож. То есть она полностью поворачивается, переворачивается. Ширину ножа я не знаю, кому что надо. Но я могу повторяться, потому что уже, говорю, снимаю второй раз, блин. И могу запутаться. Значит, дальше посмотрите, как Серега там отгребал, как она гребет. Так что, вот так, пока... такое. Так что кому надо отгребсти снег, обращайтесь. Мы стоим уже на это, на готове. Ладно, смотрите. Новые щеки тут уже не ширина, а вовнутрь. Уже рамка сама идет вот эта. А, вовнутрь? Поворотах, чтобы это как колесо не задевало. Тут на 80, тут на 82. Щеки эти вовнутрь ты имеешь в виду, да? Да, да, а так вон у нас сама рамка подтирает. Ага. Да, да и хрен с ним, я это пробовал гребсти, нормально все гребет, если не изгаляться, не это,
не заниматься коммуналкой с ночи до утра, то для себя это нормально. И заработать на нем можно. Ладно, смотрите дальше. Вот так он выглядит. Думал, что он будет 80-ку тяжелый, ни хрена, ничего, это все работает. Только вчера поставили, сегодня он уже маленько чистил. Кому интересно, где брал, что брал, это в комментариях напишите. Там адрес. Высылали без предоплаты, то есть все полностью оплачивал транспортный после после того, как посмотрел на него комплектацию. Да все как положено прислали, без проблем. Транспортная только, блядь, месяц везла с Иваново. Что вот такой вот у нас обнова в конце зимы. Я долго искал снеговые мубжековские вот эти вот жестянки, которые у Сереги стоит. Не нравилось. Именно искал такую. Понравился само полотно, как сделано. То есть маленько она усиленная такая. За этого долго ее и ждал, и долго ее хотел бы. Да, значит, я думаю, что будет очень много вопросов по цене. Но кто досмотрел, тот услышит меня. Цена 66 400 вместе с доставкой мне домой она вышла. Так что по 45, по 40, которые в интернете есть, но это жестянка. То есть очень-очень, мне кажется, слабые. Слабые отвалы, из-за этого и взял вот такой вот 80-ка. Расчистить у себя вполне достаточно, никакого 82-го ничего не надо, все чистит и нормально цепи. Сейчас по деньгам посмотрю, как все надо купить на него. И нормально будет. Блокировка у нас сделана, все работает. Форсунки сейчас свезу на стенд. Отрегулирую, потому что он что-то не троит. Брал я его за 100 тысяч в Ярославской области. Тутаевский мы этот трактор называем. После покупки че у него через год поменял эти... Резину заднюю бэушную по 5000 купил. Масло поменяли везде, в коробке, кипом просто. Больше практически ничего не делали. Вот так вот. Ну, в принципе, по отвалу я все снял и все вроде рассказал. Кому что интересно, пишите. Ладно. Всем пока. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал. Что интересно вам, пишите в комментариях. Снимем, покажем, если есть такая возможность у нас. Ладно, все тогда, пока.